Так, записываем следующее устройство. Речь идет о компании, делающей устройство Троль. В данный момент лицензия, насколько я знаю, принадлежит компании SAR английской, но продают это устройство не только SAR, но еще и несколько компаний. В данный момент это Троль. Называется Pro Alt Pitch. Болт или винт, регулирующий. Да, я уже попробовал. Спасибо. Регулирующий. Мне понравилось. Понравилось. Охренительно понравилось. Вот так ты летишь. Да. У нас запись тестов устройств. Мы мнение потом своим. В данный момент винт нужен для того, чтобы адаптировать усилия, прилагаемые на ручку при спуске или в выдаче груза в случае такелажа, адаптировать под веревку, диаметр ее, состояние, мокрая, сухая, износ и так далее. Устройство достаточно сложное в использовании, сложно вдевать веревку, непривычно и нетрадиционно, скажем. К ней надо привыкать. В данный момент сейчас для меня это, наверное, самое интересное устройство, которое я бы хотел использовать в своих работах. Вот таким образом. Рабочее положение. Регулировка происходит уже в момент, когда веревка нагружена. То есть сейчас, в данный момент, я ее фиксирую максимально на зажатие, то есть веревка не будет подаваться, она будет просто так. У меня сейчас веревочная, сейчас я страховку вот палкам. В данный момент устройство заблокировала полностью веревку и, соответственно, она не выдается. Для того, чтобы его разблокировать и произошел спуск, мы должны регулировать винтом. Значит, регулировка, плавная винтом, она может достигать такого состояния, когда веревка начнет выдаваться сама в устройстве. Ну, соответственно, мы выставляем некоторое оптимальное для себя именно любимых состояние, которое позволит нам плавно спускаться на устройстве. Устройство позволяет спускаться одной рукой. Для этого мы делаем вот так. Ну, собственно говоря, спуск возможен в таком состоянии спокойно. Вот. То есть устройство тем хорошо, что оно благодаря винта позволяет настроить ту динамику, которая вам нужна. Плавность очень хорошая в устройстве. Ручка дает ощущение надежности. Да я на тролле. Да. Вот все. Сидит Андрюха. Ну, я бы хотел, чтобы у меня перед руками было. Ты какие устройства здесь испытал? Ух ты, ничего себе. Ничего. Конечно, скажи, самый лучший Орион Альп.